Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комаров, я партнер компании «Дубли». В декабре я выполнил ранг координатора. Очень радостное событие, бурно радовались с женой. Ну и решили попробовать что-то приобрести на портале «Дубли», на портале «Экспресс». И когда мы там выбирали товар, наше внимание привлек новый Apple TV. Это такая приставка беспроводная, телевизионная, которая позволяет со своего компьютера смотреть на телевизоре видео, фотографии, YouTube ролики. В общем, такая чудная вещь. То есть можно сидеть в зале и с помощью пульта включать телевизор и просматривать видео, фильмы, художественные фильмы со своего компьютера. В общем, сразу же, прежде чем покупать, начали смотреть цены. Значение цены начальное $99, вот тут. Понимаете, цена уже как бы привлекательная, потому что, в принципе, сейчас я вам покажу в интернете, самая дешевая цена на порядок выше. Но так как мы с вами находимся в проекте «Дубли», то цена, естественно, еще понижается. Я потратил 3 поинта и понизил цену на 23%. То есть я купил новый TV Apple за $76. $76 это где-то 2300 рублей. Вот тут написано 2336 рублей. А теперь покажу вам самую дешевую цену, которую я нашел в Яндекс.Маркет. То есть вот есть такой сервис на Яндексе. И вот она без доставки 6970 рублей. В 3 раза дороже. Понимаете? Это очень серьезная экономия. Сейчас я получил уже свой Apple TV, и при вас мы сейчас его будем открывать. Посмотрим, что это такое, в каком состоянии, как быстро и качественно компания «Дубли» доставляет товары своим клиентам. Итак, давайте посмотрим. Буквально вчера позвонил телефон, и мне сказали, вам посылка из Америки. Это очень радостная вещь, мы ждали достаточно долго. И, конечно же, сразу с утра поехали на почту и получили вот такую посылочку. Это и есть наш новый Apple TV. Давайте вместе посмотрим, что там внутри. Вот, как вы видите, при вас скрываю, прямо как, это, не знаю, как фокусник. И посмотрим, что же нам здесь пришло. Итак, давайте посмотрим, что-то здесь у нас за квитанция. А, ну это просто сопроводительная квитанция, что сумма стоит $99, но мы-то с вами купили значительно дешевле. Ну, пока просто сопроводительная почтовая квитанция. Давайте посмотрим, что там дальше. Как говорит наш герой в бриллиантовой руке, легким движением руки брюки превращаются в брюки. Сейчас, секундочку. Первый раз скрываю почтовое отправление от «Дубли». Немножко волнуюсь. Я еще не знаю, что там внутри. Поэтому давайте вместе с вами и посмотрим. Вот, оказывается, где самое начало. Так. Так. Еще немножко. Но, дорогие друзья, давайте смотреть, что
что же тут внутри. Так. Вот такая маленькая коробочка. Вот он, настоящий Apple TV. Все это было просто, чтобы не повредить. Не повредить наш драгоценный груз. Давайте попробуем открыть. Как же его открывать? Вот. Все очень хорошо запаковано так. Сразу чувствуется фирменная вещь. Итак. Так, так, так. Вот, что-то тут уже получается. Получается. Итак, вот. Вот эта приставочка. Вот она, маленькая, миниатюрная приставочка, которую мы так ждали. И вот к ней пульт. Вот замечательный пульт, который позволит управлять. И мы сможем смотреть все наши фотографии, все наши фильмы, которые на компьютере. Скоро дубли будет, вот на этой программе My Dubli, кроме песен, будет потоковое видео. Вот эта вот приставочка будет нам просто незаменима. Ребята, мы смотрим немножко вперед. Рекомендую вам покупать на портале Дубли. Можете на Экспрессе, можете на уникальной ставке. Там можно еще более чудесные вещи купить за маленькие цены. Всего доброго. Рад с вами был познакомиться. Дорогие друзья, напоследок я хочу вам еще сообщить две вещи. Первое, это то, что я живу в городе Томске, далекий сибирский город, 4000 километров от Москвы. Новый TV Apple шел ко мне меньше 3 недель. Это потрясающе. И второе, что я не рассказал в видео, потому что я достаточно сильно волновался. Там на дне коробочки лежала еще инструкция и гарантия. То есть со всех сторон Дубли нас оберегает от возможных неприятностей. То есть все просто замечательно. Большое спасибо.